Акционерная компания «Алроса» изучает возможность создания собственного производства синтетических камней. Об этом сообщил вице-президент компании Ринат Гизатуллин. По его словам, в следующем году алмазная монополия планирует сформулировать дальнейшие шаги на рынке искусственных камней и предложит варианты на утверждение акционерам. Пока проект только обсуждается, поэтому сумму возможных инвестиций и объемы производства назвать сложно. «Алроса» уже создала аналитический центр, который проводит мониторинг и анализ ситуации на этом рынке. Компания следит за состоянием дел, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы для алмазодобывающей отрасли, которые могут возникнуть с развитием технологий.